Жители Дубая получили возможность полюбоваться одним из самых красивых видов авиационного спорта – воздухоплаванием. Десятки ярких воздушных шаров на фоне небосвода – фантастически захватывающее зрелище. Однако это не только развлечение, но и часть масштабного мероприятия – Всемирных воздушных игр. В 2015 году их принимают Объединенные Арабские Эмираты. Эти соревнования – главное событие в мире авиационного спорта. Оно включает в себя 11 видов и 24 дисциплины. На состязания приезжают лучшие мастера своего дела. Одна из дисциплин – высший пилотаж летательных аппаратов с силовой установкой. Пилоты устраивают целое представление, от которого просто захватывает дух. Сердце замирает от трюков парашютистов. Но, в общем-то, каждый из видов спорта здесь представлен ярко. И, наверное, никого из зрителей не оставит равнодушным. Всемирные воздушные игры проводит Международная авиационная федерация. Цель состязания – определить чемпионов, продемонстрировать достоинства авиаспорта, а также привлекать к нему общественность. Ранее игры принимали Турция, Испания и Италия.